Всем привет! Вы на канале NelfoBit. Сегодня мы поговорим о проекте Pulse Network. Pulse Network создает надежное хранилище медицинских данных и платформу для обмена, чтобы обеспечить беспрепятственный поток информации в сфере медицинского обслуживания, связывание знания с опытом. Они создают инфраструктуру для ультрасовременных возможностей диагностики и лечения с использованием искусственного интеллекта для людей во всем мире, не ограниченных ограничениями медицинских учреждений в их местности. Проект направлен на улучшение оказания медицинской помощи путем освобождения информационных потоков от отрасли. В соответствии с этим обязательством, Pulse Network будет способствовать сбору широкого спектра данных, таких как электронные медицинские записи, биометрические данные и данные датчиков, среди прочего, для создания первого по-настоящему глобального хранилища медицинских данных. Платформа также будет способствовать легкому распространению данных, чтобы врачи выбирали наилучшие варианты лечения. Решение Pulse Network может показаться простым делом, но это титаническая задача, которую игроки в области медицины до сих пор не смогли выполнить. Но если есть одна организация, на которую вы можете сделать ставку, чтобы преследовать и завершить такую грандиозную миссию, это бизнес, стоящий за Pulse Network, GPMeds SN. GPMeds SN был запущен в 2012 году, и с тех пор бизнес быстро заработал репутацию высокого инновационного предприятия. Об этом свидетельствует ряд патентов, принадлежащих компании, некоторые из которых перечислены на веб-сайте Pulse Network. Теперь они снова проявляют свой творческий потенциал для разработки соответствующей инфраструктуры для предоставления надежных данных в медицинское обслуживание с помощью этих двух основных продуктов. Созданная GPMeds SN в 2012 году сеть Pulse Network направлена на решение этой проблемы путем создания новейшего надежного хранилища диагностических и фармацевтических данных со всего мира, а также платформы для обмена этими данными с использованием искусственного интеллекта для предоставления самых современных медицинских услуг для всех. Pulse Network будет способствовать сбору таких данных, как электронные медицинские карты, биометрические данные и данные датчиков за счет создания инновационной экосистемы для предоставления надежных данных о здоровье с помощью двух основных продуктов – Pulse Records и Pulse Pocket. Pulse Records – это уникальная база диагностических данных, рекомендаций по лечению, рекомендуемых рецептов и последней фармацевтической информации, предоставляемые практикующим врачам на платформе Pulse Records. Таким образом, эта запатентованная технология ввода данных значительно сокращает время, необходимое врачам для создания медицинских записей. Pocket Pulse собирает данные об индивидуальном здоровье, образе жизни, истории болезни и дает пациенту полный контроль над этими данными. Таким образом, человек может использовать Pocket Pulse для передачи своей истории болезни новому лечащему врачу. Платформа Pulse будет интегрировать технологии блокчейна и искусственного интеллекта, AI, для создания базовой инфраструктуры для своего приложения. Pulse будет использовать ИИ для анализа огромных объемов медицинских данных, собранных по всему миру. Это поможет предоставить практикующим врачам наиболее точные данные для постановки диагноза, назначения рецептов и принятия других решений. Например, ИИ может просматривать тонны записей, анализируя несколько точек данных, чтобы сообщить врачу о наиболее часто назначаемых лекарствах от конкретного заболевания с лучшими результатами. Они используют технологию блокчейн, чтобы извлечь выгоду из ее безопасности, децентрализованной сети и неизменности. Это обеспечит безопасный обмен всеми собранными данными, без нарушения конфиденциальности пользователей. Децентрализация гарантирует, что в сети не будет единой точки отказа и данные будут доступны 24/7. Неизменность блокчейна гарантирует, что данные не могут быть изменены или удалены после их ввода в репозитории Pulse. Команда Pulse решила создать приложение на Polkadot, поскольку сочла его наиболее подходящим блокчейном для своей платформы. Блокчейн дает множество преимуществ, включая масштабируемость, функциональную совместимость, функциональность смарт-контрактов и эффективность, среди прочего, изложенную в их официальном документе. Таким образом, Pulse Network – это революционный проект, который улучшит жизнь многих людей во всем мире, обеспечив беспрепятственный поток знаний и расширенный уход. Их новаторский подход и готовность использовать новые технологии, такие как технологии искусственного интеллекта и блокчейн, сыграют в их пользу, поскольку они приступят к этой непреодолимой задаче. Вы были на канале NelfoBit. Спасибо за просмотр!